Вот сейчас Каспий банк, вот стоят вот опять российские машины, здесь их толпа, вот эти от мобилизации, блядь, сбежавшие русские, вот. И вон они, тоже возле банка, уже который день, в банк зайти вообще невозможно. Диверсанты, сбежавшие от мобилизации. Граждане Российской Федерации, сбежавшие от мобилизации. Вот, посмотрите на эти лица героев. Колайсин, чё, как, нравится Казахстан? А чё насчет того, что мы там чурки, мамбеты? Чё вы здесь делаете? Ваши жены и дети там. А вы чё здесь делаете? Они тоже здесь. А? Они тоже здесь. А нет, езжайте домой к себе. Чё вы сюда приехали? Вас приехали. Никто не ждал. В гости приехали. Езжайте. В гости приезжают тогда, когда зовут. В курсе, не в курсе? Нас позвали. Этикет. Нас тут раз. Я тебя не звала. Ты нет. Уезжай. Да, давай. Уезжай. Чё ты здесь руками машешь? Вам здесь никто не рад, понятно? И мы будем вас притеснять. Давай, чё дальше. Киваешь головой? Чё давай? Иди, иди. В смысле иди? Дальше. Я у себя дома, понятно? Ну, хорошо, да, иди дальше. И не буду идти дальше. Я буду стоять там и буду говорить тебе все, что я захочу. Ты понял меня? Да, да. Чё да? Давай, давай. Чё давай? Чё проблема? У тебя чё, какие-то проблемы? Нас нет. Нас нет. А чё стоишь и хе? На родину, к своим матерям, женам и детям и остановить войну. Я прошу вас от лица всех, всех неравнодушных, кто хочет остановить войну. Моя агрессия, моя злость была вызвана тем, что парень начал отшучиваться и в буквальном смысле провоцировать меня на агрессию. Он стал ехидничать, ухмыляясь и говорить мне: «Иди отсюда». Конечно же, я взвинченная женщина, которая хочет мира и которая хочет, чтобы мужчины пошли и остановили все это. Естественно, меня это вывело из эмоционального равновесия. Конечно же, мне было обидно, что чужестранец, который, по сути, продолжает способствовать развязке этой войны, вместо того, чтобы остановить войну на Украине, он мог бы остановить, но он приехал сюда, бросив свою жену, мать и детей. Соответственно, выгоняя меня, естественно, мне обидно. Мне обидно и как женщине, и как человеку, который живет здесь и родился здесь. Мне обидно за наших граждан. За наших граждан, которые оказались на улице из-за того, что к нам пришел поток, большой поток тех, кто убежал от мобилизации. Пожалуйста, россияне, вернитесь к себе домой, остановите войну.